Вода – это жизнь. Без всякого преувеличения такая фраза верна в случае, когда человек подвергается ковидной инфекции. Недаром врачи, когда заходит речь о благотворительных акциях, просят спонсоров привозить именно воду. В минувший вторник очередную ее доставку в Щелковскую областную больницу организовали активисты Народного фронта и благотворительного фонда «Рождественская звезда». Вода – это неотъемлемая борьба с ковидом. Сам переболел и знаю, что это такое, потому что всегда хочется пить. И вот вся эта вода идет для наших жителей, наших пациентов. Это запас примерно на 3 недели. В красную зону Щелковской областной больницы доставлена большая по объему партия воды. 3,5 тысячи полуторалитровых бутылок, что составляет более 5 тонн питьевой воды. Спонсоры также привезли партию и медицинских принадлежностей. Вся эта помощь очень важна. Спонсоров в благом деле помощи врачам в нашем округе становится все больше. В их числе и сетевые торговые организации, и предприятия сферы быта, и индивидуальные предприниматели. На этот раз воду и медицинские принадлежности закупили на средства, которые предоставили гипермаркет «Глобус», ООО «Амма», КСК «Алмазова», УК «Альтаир», ИП «Поснов», ООО «Стальсервис», сеть кофеен «Хот Блэк» и «Центральный рынок». Совершенно оправданно акция, в которой они приняли участие, называется «Мы вместе». Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.